Дорогие друзья, с 1998 года в Калуге проходит международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», одно из ярчайших культурных событий нашего региона и, пожалуй, страны. Традиционно один день на фестивале мы отдаем русской музыке и русской гитаре. В 2025 году мы планируем провести музыкально-просветительский проект «Жизнь моя гитара», посвященная 90-летию выдающегося гитариста-виртуоза-семиструнника Сергея Дмитриевича Орехова. Наш проект представляет собой прежде всего проведение онлайн-конкурса среди гитаристов, проведение серии музыкально-просветительских проектов в городе Калуге и других городах России, а также запись музыкального видеоальбома из произведений «Маэстро» и запись программы о творчестве музыканта для культурных центров России. Добро пожаловать в наш проект!